Можно вы расскажете, что здесь происходит? Ну, на данный момент у нас произошел демонтаж нижней обшивки купола. Сейчас происходит демонтаж старой покраски, подготавливаемся к защите. И, в принципе, происходит сейчас также демонтаж внешнего купола. Снаружи все. Демонтаж в административном блоке тоже происходит. Там старых стяжек, которые было перегружено здание полностью до 30 сантиметров. В принципе, на следующий день планируем работу по монтажу. Начинать с купола. То есть собирать уже? Да, уже потихонечку собирать. Когда вы афишу уже сказали делать? В декабре. Главное, чтобы вернулись. Давайте, да, не меняем дорожную карту, чтобы в декабре все-таки планово зайти в цирк. Какие у вас есть сомнения, товарищ директор? У нас нет, все вопрос, строители приложат усилия, и все от них в основном зависит. У вас, у строителей нет сомнений? Нет, конечно. Спасибо тогда. Времени теряем, если проблем нет, спасибо. Желаем, чтобы выдержать все те сроки, которые обозначены. Все остальное видим, и люди появились. Цветовое решение, которое происходит в документации. Вот. Сколько у нас сейчас жителей здесь стоит? 20 человек. Давай спросим, нравится им это? Мы проводили опрос. Вот 20 человек. А? Мы собирались. Так, подожди, вот 20 человек, не надо никуда ходить. Спроси, нравится им это? Вот кто-то имеет к Саратову отношение, кто-то не имеет просто. Жители вот видят вокруг красоту, и вот в бетонную стену упирается. Как ты представь себе? 140 лет, цирк. Ни один из 20 не говорит, что нравится. А тебе одному Мухин нравится. Как? Так что ты не можешь так вот рассуждать? Ты человек творческий. Поэтому думай, как здесь сделать так, чтобы это было... Люди сюда хотели идти, дети сюда хотели идти. Для этого и будет цветовая подсветка посадок. Да мы сюда не по ночам будем ходить. Подсветка для того, чтобы колорит придавало зданию в то время, когда оно отдыхать будет ночью. А мы будем приходить сюда в рабочее время, когда будет работать та же, да? Ну, мы еще не закончили здесь работу, поэтому... Давайте, поработайте. Поработайте. Все должно быть идти параллельно. Вместе с руководством госцирка, вместе с Минкультуры, вместе со всеми, с экспертами, с сообществом. Если люди скажут, что... Невозможно такой цвет. Мы же не можем тебя слушать как ученого человека, и ты нам будешь рассказывать. Это вот там-то тогда-то. Жизнь до 140 лет куда ушла? Вот ты ее делай ровно так. А то ты будешь жить 140 лет назад, а мы уже находимся в цирке 21 века. Мы не можем так с тобой согласиться. Поэтому, милый друг, в следующей планерке, вот это все круг проходи, предлагай свое решение, чтобы оно было теплым, для настроения для людей и соответствовало всем критериям памятника архитектуры, культуры и все остальное. Давайте вот это. И вы тоже в стороне не стоите. Иначе потом будете говорить, это вот тот порекомендовал. Кто порекомендовал? Я вот свою точку зрения высказываю, что я недоволен таким цветом. Вместе со всеми 20 человек проголосовали, никто не доволен. Поэтому вы как бы наше мнение услышите, иначе... Проработаем.